классики, а также выступление Орлова-пианиста, его исполнение произведений Шопена, Листа, Рахманинова, Рубинштейна, Лядова, а также собственной музыки. Именно поэтому номинация «Фортепиано» была включена в Поволжский открытый музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова, состоявшийся в апреле прошлого года. Концерт продолжает лауреат первой премии Поволжского открытого музыкального фестиваля имени Савелия Орлова, лауреат международных конкурсов Александр Загадкин. Людвиг ван Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Третья часть. Thank you.
Савелий Орлов, серенада для виолончели и фортепиано. Исполняет заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, член жюри фестиваля в номинации «Струнно-смычковые инструменты» Юрий Разборов. Перу композитора Савелия Орлова принадлежат музыкальные произведения, написанные в самых разных жанрах. Это камерная инструментальная музыка для разных составов инструментов и солистов.
В наследии композитора особое место занимает вокальная музыка. Среди них и опера с праздничным названием «Под Новый год», которая еще ждет своего сценического воплощения. Номинация «Вокальное искусство» изначально стала традиционной в конкурсных состязаниях фестиваля. На сцену приглашается лауреат международного конкурса, лауреат первой премии Поволжского открытого музыкального фестиваля имени Савелия Орлова Татьяна Масалова. Джузеппе Верди. Сцена и ария «Аиды» из оперы «Аида». Oh!